Вот, на том месте, где была тюрьма когда-то, он сейчас целый жилой район строится. Болото там когда-то было, потом тюрьма, а сейчас вот строят жилье людям. Это проспект Машерова, а там он, ну, дальше пересекается с проспектом Победителей. А это вот стела, а сзади строится музей Великой Отечественной войны. Вот стройка, будет красивый музей. Вот, тут часто Лукашенко ездит, перекрывает все движение, чтобы он, бедолага, проехал. Сзади собачка моя, привязал, чтобы она никуда не сбежала. Сзади. Моя хорошая, не любишь на привязи ходить. Ага, убежишь. А это вот большие горки, откуда дети любят кататься. Ну, сейчас не каникулы, дети в школах, снег только сегодня ночью выпал. Вот пока тихо. Красота. Березки. Белый снежок. Здесь в картишки, в козла летом играют желающие. И вот простор. Незастроенный проспект.